Иванович, ну про вашу акцию несколько слов. Почему именно липы выбрали, да, для посадки на улице Ложкой и вклад общественников вообще, в благоустройство, оно продолжится? Вообще самое главное, что вот мы когда говорим о среде обитания, вот это сегодня реальное воплощение в жизнь, это среда обитания, что это становится пешеходной зоной большая, которая будет идти на Ложной улице от Радищева. Это вообще мы почти близко к идеальному воплощению, то, что все предусмотрено до мелочей. И тут нужно дать должное Вячеславу Дмитриевичу Володину, который был инициатором создания этой пешеходной зоны. Мы вспомнили все, что первая пешеходная зона в стране была на проспекте Кирова сделана. И вот сегодня есть продолжение того, что делали наши, так сказать, предшественники. Очень важно, что отметить, что вот здесь сегодня деревья, которые мы сажаем, это на, я думаю, не на десятилетие, а на столетие. На столетие это липовые. Аллея будет, она очень, думаю, будет красивой. Когда вообще этот замысел, так сказать, обнародован был, многие не верили. Не верили даже тогда, и там были, так сказать, скептики, когда тут начались первые работы, потому что, ну, были какие-то неудобства, люди ходили там по песку, значит, не совсем было чисто, грязь. А вот сегодня уже реально мы видим того, что она уже вот такая широкая улица стала, за счет еще площади Чернышевского раздвинулась. Здесь будут прекрасные стоять фонари, скамейки. Но это вообще будет одно из самых прекрасных мест в нашем славном городе Саратове. И я думаю, что вот эти липы, которые сегодня сажают, они будут одним из украшений этой пешеходной зоны. И каждый участвующий в этой акции, наши общественники, пришли некоторые с детьми, они вот проходя мимо этого дерева, прикасаться к нему и как к своему родному, так сказать, какому-то созданию, потому что это собственными руками поучаствовали в этом мероприятии. Это очень важно, что вообще с самого первого дня Вячеслав Федорович Володин сказал, что надо создать общественный совет, который будет в ежедневном режиме заниматься общественным контролем ее создания, этой пешеходной зоны. Ну и общественная палата, естественно, она это делает все время, постоянно. И мы до конца, до последнего дня будем этим заниматься. Вот появились тут сейчас люки совершенно другого содержания. Там написано «Саратов», 80-летие нашей области. В общем, можно говорить, что все в прекрасных тонах. А вы будете за своим высадить? Конечно, конечно. Вы знаете, это вот когда подходишь, я тут можно вспомнить Калина Красная. Он ее не сажал, это, да, березка. Но он подходил, моя родная там. Дорогая, ну, это наша природа, это наша суть, это наша действительность, наши вот эти деревья. Это, знаете, когда говорят, что человек должен что сделать? Посадить дерево, построить дом, сына, значит, чтобы был. Вот это все, каждый может это поучаствовать в этой акции.